14 мая 2016 года мы смотрим шоу «Цветение сорта Мисс Америка». Белый, воздушный, трех-четырехслойный, с желтым солнышком внутри. Сейчас я зайду с разных сторон, чтобы нам правильно свет упал и правильно посмотреть, чтобы была резкость. Не знаю, с какой стороны она будет. Открывается немножко, как бы чуть-чуть с розовиночкой, вот как вот этот цветочек. Вот видно, только открывается. А потом становится такой беленький, прямо беленький-беленький. И вот издали на него глянем. Вот такая масса белых воздушных цветков. Нас донимают дожди и ветер. И сегодня ветер. Вот сейчас немножко вроде бы как утих. Я постараюсь снять. Если камера сможет увидеть так, как я вижу, то это вообще как прекрасное шоу. А вот этот, видите, у него как все лепесточки друг от друга отошли, как будто ли у лебедя, когда он перышки чистит. Вот такой он воздушный и красивый, воздушный и красивый. Давай еще немножко повернемся, чтобы с другого ракурса. Подойдем поближе. Цветки разные. Есть такой прям аж как бы махровенькие. А есть такие вот солнышки. Тут куст уже вошел в силу. Он быстро нарастает. Вот Мисс Америка, она растет быстро. Хорошо. Буквально за 2 года такое шоу нам предоставил. Молодец. Вот этот цветочек посмотрим. Вот он такой. Вот я вижу бутончик, не открывшийся еще. Сейчас мы к нему подъедем с тихой грустью, чтобы не сбить настроечку. Вот он, вот он, вот он. Вот он бутончик розоватый. Видишь, еще не открылся. А вот его братья и сестры уже решили показать свою красоту.